Так, ребят, у нас время вечера, я решила пожарить хлеб с яйцом. Это у нас хлеб чиабатта и с яйцом с домашним жарим. Обжариваю. Так, чисто перекусить. Тортики уже кушали, один кушали, второй еще попозже был. У нас два тортика сегодня. Сейчас покажу вам фотографии, вставлю где-нибудь здесь. Ну, или здесь, или здесь. Короче, два торта у нас. Так что вот так вот. Второй попозже будем кушать. Плюс пюре у нас есть, колбаска, огурчики, помидорчики. Короче, как-то так. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня уже 2 сентября. Хочу сказать огромное спасибо вам всем, дорогие мои, за поздравления с днем рождения, за поздравления с 1 сентября. Ребятишек, то, что многие поздравили. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Вас тоже всех поздравляю с этим днем. Многие спрашивают, почему редко видео стало выходить. Ну, вот так вот получается. Пока вот так вот. Если получится, будем чаще снимать. Если нет, то нет. Я, как вы заметили, постриглась. Такая вот сейчас у меня стрижка. Ребята у меня сегодня в школе. У меня учатся с 2 смен. Света и Маша учатся с 1 смены, а Катя и Оксана учатся со 2 смены. Поэтому вот так вот. В целом у нас все хорошо. Егорка поступил. Егор у меня обучается. Ему учится 3,5 года. Ильюшка тоже дальше продолжает учиться. Все у нас, в принципе, хорошо. Как бы кто не писал гадости. Но это ладно, не будем озвучивать. Пускай пишут дальше, раз им так нравится. Если меня хотят на эмоции вывести, то вам не получится. Я буду всегда улыбаться и буду веселая. В целом, что я сегодня собираюсь сделать? У нас сегодня погода не ахти, дождик идет на улице, просто ужасная погода. Хотела съездить в город, мне надо было. Мы не успели Кате взять портфель, который она хочет. Она все не может найти себе такой, который она хочет. В оконцовке пошла в школу с шопером. Мы много портфелей пересмотрели. У нас в городе много портфелей продает. Но вот ей все не нравится. И вот она говорит, там еще один какой-то магазинчик есть. Она говорит, мама, давай еще туда сходим. Вот сегодня мы хотели с ней сходить вместе в этот магазин, посмотреть там еще портфели. Если ей понравится, то мы ей возьмем. Ну, а там видно будет дальше. В целом. Так, что еще вам рассказать? Я даже не знаю, что рассказывать. Никто не болеет, слава богу. Все хорошо, все нормально, все живы, здоровы. Учеба началась, ну, все нормально. Света у меня 9 класс, Катя у меня 7 класс, Маша 5 класс, Оксана 3 класс. Никто на 2 год у меня не остался, так что не пишите ерунды. Нынче Свете надо будет подтянуть очень хорошо учебу. Она мне пообещала, что она подтянет очень хорошо, так как у нее впереди экзамены. Начинаем готовиться уже к экзаменам. Я тут уже спросила, какие можно для ОГЭ купить учебники для того, чтобы ей готовиться. Какие предметы она будет сдавать, она еще не знает. Я ей сказала, Света, давай выбирай сейчас уже, чтобы нам к ним более усиленно готовиться. Тогда оно будет намного лучше. Сдаст и лучше выучит. Ну вот сами посудите, да, так по сути. Ну вот она пока еще не знает. Там видно будет. Так что вот такие вот дела. Всем спасибо за поздравления. Еще раз говорю, желаю вам всем крепкого здоровья, счастья. Улыбайтесь чаще и будет все хорошо. Всем спасибо. Всем говорю пока-пока. Как видите, погода у нас сегодня пасмурная. У нас, кстати, очень холодно. Дожди идут. Видите, вот все по капелькам видно. Вот так вот, если посмотреть. Все дожди. Уже все в курточки переоделись. Очень холодно. Ужасно просто холодно. Так что вот так. Пишите, какая у вас погода. Если у вас солнышко, то отправляйте к нам сюда. Всем добрый вечер. Уже, можно сказать, время 5 часа. У меня уже пришли Маша со школы, я уже в город съездила, ездила в администрацию по делам, но мне надо было там для студентов сделать справки на стипендию. И вот я ездила, делала. Плюс мы с Оксаной зашли, ей курточку со штанами купили, фотографию я вот здесь вот вам вставлю. Многие удивятся, скажут, что такое. Ну, ребенок захотел именно такой. Ладно, дальше. Мы вчера покупали вот такие вот
коржи. И девочки хотят сделать сами торт. Купила еще вареную сгущенку. Вчера второй торт съели тоже. А, сфоткать забыла. Вот, честное слово, забыла сфоткать. Потом молоко. Еще 2 молока, 3 литра молока. Дальше. Потом 2 кусочка спред сливочного масла 72,5%. Взяла. Потом рагу свиное по 190 взяла в пакетик. Тут чуть больше килограмма. Дальше фарш взяла. 4 штучки такие взяла. Он пускай лежит в морозилке, лишним никогда не будет, хотя там у нас есть еще. Дальше что взяла? Рисовую крупу и гречневую крупу. Мы сейчас не стали много крупы покупать. Последний раз, когда муж посмотрел, в рисе оказались жучки. Пришлось все это вывалить нам. Поэтому сейчас берем, съедаем, потом заново покупаем. И 3 пачки сахара купила. Вот такие вот все в целом покупки были. Так что пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Постараемся почаще видео выпускать, но не обещаю. Сегодня у меня Егора приедет сюда, нам надо будет сходить в Сбербанк, получить егоную банковскую карточку. Оксана тут стоит такая, знаете, натанцовывает. Короче, надо будет сходить, получить банковскую карточку, на которую ему будет приходить стипендия. Ну, это 800 рублей в месяц, вся стипендия. Насколько я так поняла. Ну ладно, фиг с ним, там разберемся. Ладно, сейчас буду кофе пить. Что-то у меня сегодня горло першит немного. Кофе попью и надо будет сейчас уже в садик идти. Так что вот так вот. Если интересно, оставайтесь с нами. Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня уже 3 сентября. Принесите Егоркину куртку кто-то. Попросите у Егора новую куртку, которую мы ему взяли. Сегодня ходили, искали куртку Маши, Кате и Егору. Кате купили легко. Кате как бы не привередила, сама такую взяла. Егорке тоже легко купили. Маше мы обошли сегодня. Стекляшку обошли. Потом березку, крипар обошли. Маше мы не нашли куртку. Завтра пойдем еще искать. В целом, купили Егору куртку, вот такая вот, она двухсторонняя, ее можно вывернуть, и тогда будет еще красная курточка. Стоила она 3500, размер у тебя какой, Егор, а то всегда спрашивают, размер 52, по-моему. Но она большемерит, хотя на нем она хорошо смотрится, или маломерит, наоборот, насказ. Ну вот как-то так, короче, вот такая вот курточка. На, дай Егорке. Катя, давай свою куртку. Дальше. Купили Кате курточку. Катя у нас тоже обычную черную взяла, самую простую, но стоит она 2100. Ну, вот такая вот обычная курточка. Маша же у нас сегодня перемерила, наверное, штук 20 курточек. И все ей не нравится. То и большая, то и маленькая, то и фасон сам не нравится, то и расцветка не нравится, то еще что-то. В оконцовке завтра пойдем опять покупать, искать. Дальше. Дальше, я не помню, что здесь. Здесь обувь. А, носки еще. Одни Маша взяла, другие Катя. Катя себе гольфами взяла. Такие, а это Маша взяла. Дальше. Я себе взяла, чтобы сейчас ходить, вот такие вот ботинки 1000 рублей. Ну вот. Это сейчас вот, потому что уже прохладно. И сразу же на распродаже я взяла себе осенняя. Маша, приоткрой крышечку и боком положи ее. На распродаже я себе взяла вот такие вот ботинки за 1500. Это все по распродаже. Это не зимние, это осень, но их можно носить до поздней осени, можно сказать, почти до зимы. Они как бы теплые. Дальше. Дальше. Заходили в аптеку, заказывала лекарство. Так, сначала вот это. Нет. Вот это покажу лекарство. Его назначили Кате. Стоит оно около 1500. Самое дорогое из того, что вообще сегодня у меня пришло. Но у меня еще не все лекарство пришло. Катюша, на! Катя! Смотри,
10 таблеток выпиваешь в этом месяце, запоминаешь, с какого по какое число пила, в следующем месяце с этого же числа начинаешь и опять 10 таблеток пьешь. Тебе тут на 3... Да, в течение 10 дней, на 3 курса тебе на 3 месяца должно хватить этих лекарств. Дальше, потом сироп селодки взяла, пертусин взяла, амброксол от кашля. Это мне надо собрать аптечку Егорки с собой в Соликамск. Потом муколтин от кашля взяла, таблеточки. Нафтизин капельки в нос, ксилен капельки в нос. Потом, ну-ка, тихо. Капли назальные обычные, нафтизин. 1%, а тут 5%. Ваня, я что сказала? И бобс это я себе взяла леденцы. Вот такие вот в аптеке в целом лекарства. Дальше. Дальше мы заходили в Фикс Прайс. Надо было Кашколе купить альбомы. Мы взяли разные всякие альбомы ребятам. Это вот такие вот альбомы. Да, вы напишите, у вас есть? Да, есть, но мало. В целом вот такой вот альбом, Машенька, держи. Такой альбом. У меня 4 ученика и 2 студента, поэтому не забывайте, и тетради у меня улетает тоже очень много, что бы вы мне ни писали. Маша, подожди, не уходи. Потом взяли еще в линейку 10 тетрадей. Маша, на! Сейчас вот папа... Ваня, я что попросила? Потом 2 непроливайки для рисования детям. У них еще с того года 1 осталась. Убирай непроливайки. Также взяли гель. А где с того года у вас? Потерялась. Уже потеряли? Короче говоря, гель для душа взяла еще. Дальше. Что взяла? Гуашь взяла на 12 цветов. В том году мы брали, нам понравилось. Тут 12 цветов разных. Сейчас вот так вот открою. Они, по сути, одинаковые. Почти. Вот. 12 цветов. Нам аж слаживай в коробочку. Дальше. Ребяткам взяла горячее какао. Не горячий шоколад, не какао. Извиняюсь. Также кисточки у них. Кисточки каждый год я их беру. Я не знаю, они их, видать, съедают, что ли. Но в целом кисточки я еще взяла. Дальше. Сейчас покажу. Вот эти вот фломастеры, это мы Маше взяли, а вот эти, или эти наоборот Маша. Маша там выберет, короче, есть такие фломастеры, есть такие фломастеры. Одну себе, одну дома рисовать, все. Также взяли ручки, подождите вы. Ручки домой. Можно потише, пожалуйста, идите отсюда. Простые карандаши, упаковку. У нас хоть и есть там еще 4 или 5 карандашей новых, но вот взяли еще на всякий случай. Также увидала вот такой... Марина, вместе с Оксаной, идите отсюда, пожалуйста. Также взяла вот такой вот клей Эрих Крауза. Мы в том году брали, нам понравился жидкий, да, Маша? Эрих Крауза. И поэтому мы нынче взяли одну бутылочку тоже. Также купила аскорбинку вот такую вот. Собачка, нате, делите, идите. Дальше что взяла? Резиночки. Это постоянно Марине надо... Ване я взяла в садик новые вот такие вот трусики-боксеры. Одни вот такие вот и одни вот такие вот. Это Ване. Потом дальше. Марине я в садик тоже взяла. Марине вот такие вот плавочки. И вот такие вот плавочки. Я постоянно покупаю в садик им обновляю. Какие-то плавочки. На, убери. Так, это я сейчас скидаю, унесешь обратно. Так, вот это... И это положи там у меня, я потом разберу. Дальше я заходила у нас тут в магазин. Что взяла? Это 2 булки хлеба. А, еще в городе я себе носки брала вот такие. Вот я одни одела. Просто у меня ноги промокли, у меня тряпочная обувь, потому что... Дальше взяла себе, чтобы в сумочке были 2 влажные упаковки салфетки. Купила снова резиночки. Уже другие, побольше, потому что девчонкам постоянно резинок не хватает. Взяла вот такое вот мясо целую. Тут вышло. Но знаете, что интересно? Вот здесь написано, масса нет, а 0,75. В магазине перевешивает 0,82. И пробивает не 82, а 87. И пробивает ту, которая на весах показывает. Ну, не знаю, видать, из-за упаковки вес добавился. Ну, не факт. Так, ну, женские принадлежности я вам показывать не буду. А, еще вот такие вот резиночки. Тоже взяла. Молоко. Влажное.
ватные палочки. Все, уже заговорилась. И морковка резка. Вот такие вот в целом все покупки были. Что у нас дальше? Завтра съезжу еще в три семерки. Там рядом с тремя семерками еще один магазин есть. Посмотрим Маше курточку. По сути, все. Остальные все есть. У Светы прошлогодние есть, я ей сказала, будет ходить. Если что, к зиме потом только надо будет брать. А так, в принципе, все есть. Вот такие вот в целом покупки были. Пишите, что вы считаете, что было не нужно покупать. Вы это всегда мне пишете, поэтому решать буду я сама, что моим детям надо, что не надо. Ну, в целом, все вот такие покупки. Если понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Я постараюсь их прочитать, но я никогда не отвечаю, как вы заметили. Я очень редко отвечаю. Я на нее смотрю, чтобы она не шелестела. А она все равно продолжает, вот знаете, вот так вот упаковку от фломастеров теребанить. Ну ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Постараемся почаще видео снимать. Если интересно, оставайтесь. Всем привет. Сегодня у нас 4 сентября. Маша, расскажи, куда мы ездили? Да, встань, покажись. Тебе сама нравится? Она сама выбирала, не я ей выбирала. А то потом напишите, что я такую выбрала. Нет, она сама выбирала. Она сначала другие смотрела, да? Черную хотела, а потом увидела эту и решила эту. Три куртки перемерила, в оконцовке вот эту вот взяла. Тебе нравится? Тебе в ней тепло? А то написали на фотографии, что ты вся скукожилась, тебе в ней холодно. Да. И также зашли в магазин мяса, набрали всякого такого. Но дома уже точно все покажем, да, Маша? Так что вот так. У нас холодно. Маша в кроссовках новых, в школьных брюках, да? В школьных-то это? Понятно. Так что сидим на остановке, ждем автобус и поедем домой. Так, ребят, приехали мы домой. Ну, куртку вы видели, я вам показывала, поэтому повтор не буду показывать. Дальше. Заходила в магнит, купила две курицы. Оксаночка, убирай пакетик, пожалуйста. Потом дальше. Мы заходили в мясной Куединский или Кунгурский, какой он там, не знаю, магазин. Что взяла? Крыло куриное, килограмм. Буду расфасовывать потом по пакетику. Бедро куриное, тоже килограмм. Это лытка свиная, тут почти 2 килограмма. И лопатка свиная, тоже почти, чуть больше килограмма, килограмм полтора. И одну курицу цельную взяла. Дальше. Так, мясо пока сюда. Его мясо это надо будет разделать, все сделать, приготовить. Мясо, короче, у меня вышло, не считая этих двух куриц, вот чисто в кунгурском магазине, на 1700. Дальше, вот такие вот чипсы взяли. Маша какие-то видала, говорит, мама, у меня такие это попросила, взяли. В целом. Дальше, потом две вот такие вот взяли, сейчас разделят они на всех, поедят. Идите, идите. Взяла вот такие вот сосиски. Это мы заходили в Доброцен. Извиняюсь. Просто я что-то приболела немного. Сосиски молочные классические. Не помню цену, если честно. По-моему, где-то здесь был чек. Да, чек был. По 243 рубля. Тут кило 43 на 254 рубля. Дальше. Вот такой паштет взяла. Это я уже брала в магните. Вот такое мясо всегда беру в Доброцене. Мне оно очень нравится. Так, мясо, карбонат микояновский. Килограмм за 399 рублей 90 копеек. Этот кусок вышел на 462 рубля 28 копеек. Дальше. Две сгущенки. Поставь их в стол, пожалуйста. По 59,90. Маша, так как нельзя молоко, мы берем ей кисломолочку. Она любит, вот полюбила снежок. И она себе взяла снежок. 52,90. Маша на свой снежок. Это только Машке. Дальше. Маша увидала вот такой вот творог со вкусом пломбира. Мы такой еще не пробовали, она сказала. Ну и мама взяла. 93,90. Такая баночка.
Дальше. Заходили, когда курточку брали, взяла Ване трусики. Вот такие вот одни. И вот такие вот одни. Они каждый почем? 59 рублей и 79. Вот эти вот 79, эти 59 рублей. Дальше. В аптеке заказывала лекарство. Что именно заказывала? Так. Стой, где у меня? А нету тут. Мометазон. Это Кате противоаллергенные. Ей назначали. Дальше. Ксилинозол. Ринонорм. Это я себе брала. Потом вот эти вот Риметалдин. Это мое. Твои таблетки это? Не знаю. Риметалдин. Не знаю, что-то я не помню. Я такие заказываю. Ну ладно, сейчас посмотрим. А, это я себе противовирусный купила. Все, вспомнила. То, что, видите, я приболела, это противовирусный уже купила. И Ринорус капельки. Вот такие вот в целом все покупки были. Я выкидываю. Коробочку выкидывай, скинула. Все. Пишите, что считаете нужным. Ванечка, мама тебе трусики новые купила. На, в свой шкафчик убирай. Все. Пишите, что считаете насчет всех покупок. Тут у меня Феликс пришел, сидит. Так что всем хорошего дня, всем хорошего настроения. На улице солнышко вышло, только что лило как из ведра, и солнышко вышло. Ладно, всем говорим пока-пока.